Еще в 6 приморских муниципалитетах введен режим ЧС регионального характера из-за проливных дождей. Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кожемяка. Режим чрезвычайной ситуации распространился на Артем, Владивосток, Ольгинский, Лазовский, Шкотовский, Партизанский муниципальные округа. Также в ближайшее время этот список дополнит и Хасанский округ. Границы ЧС корректированы в связи с продолжающимися дождями и наводнениями. Ранее региональный ЧС был введен на территориях Уссурийского, Лесозаводского, городских округов, городского округа Спасск-Дальний, Анучинского, Красноармейского, Октябрьского, Пограничного, Харольского, Черниговского, Чугуевского, Яковлевского муниципальных округов, Дальнереченского, Михайловского, Надеждинского, Спасского муниципальных районов.